Привет, ребята! Сегодня мы отправимся на Северный полюс и увидим, какие там живут животные. А что такого интересного на Северном полюсе? Много интересных животных. И все? Еще там много льда, и там снег. И очень-очень холодно. Да. На Северном полюсе все покрыто льдом. Ого! И это что? Большая льдина? Да, вот это льдина. А вот это море замерзшее. Вот это льдины. Холодные? Ай, аж рука замерзла. Это льдины. Они плывут среди льдов и холода. А человечек идет такой. И кто живет на этих льдинках? Например, белый медведь. Да, это белый медведь. А еще я знаю, на льдинах, на Северном полюсе, да вообще в Арктике и Антарктике еще живут тюлени и вот такие прекрасные маленькие бельки. Бельки? Это маленькие? Да. А еще кто? Императорские пингвины и просто пингвины. Императорские пингвины, да. На Северном полюсе и на Южном полюсе. На Северном полюсе живут императорские пингвины. Холодный климат очень в Арктике и в Антарктике, да? Да. Это Северный и Южный полюс. Смотрите, он идет, он плавает. И температура там может опускаться до минус 50 градусов. Там такая холодина. А толщина льдин, на которых плавают тюлени, бельки, пингвинчики, а толщина льдин может быть до 3 метров. То есть она такая очень-очень толстые льдины. И на них могут плавать большие крупные животные. Еще там живет большая полярная сова. Да, там живет белая полярная сова. Ты заметил, Платон, что все они какого цвета? Белые. Да, почти они все белого цвета имеют. Защитный цвет шерсти. Чтобы можно было спрятаться и затеряться среди снегов. Но в холодном климате живут не только большие-большие животные. Там живут и даже маленькие белые гуси, песцы белые. Что это принес? Икринку. Императорский пингвин принес икринку? Да. А может, льдинку? И льдинку, и икринку. Пусть будет лучше льдинка. Угу. Я просмотрел лучше, и это жемчужина. Он прыгнул вот так в воду и достал ее. В какую воду? В какую там? Северный Ледовитый океан. Да. Он очень холодный. Но в холодном климате и в воде. Знаешь, кто плавает? Кто? Касатки, большой синий кит и белуха. Все животные, да, которые живут в таком экстремальном холодном климате, они все очень упитанные. Они все такие толстенькие, пухленькие и большие. Это позволяет им согреваться, когда они лежат на таких холодных льдинах или плавают в холодной воде. А вы знали, что тюлени, они могут качать пресс и отжиматься? Нет, не знали. Они такие спортивные? Да, повторяют. Понятно, за кем? Ну, за людьми. Они им вот так показывают, они повторяют. А видео они такие. Понятно. В общем, Платон видел, как тюлени и моржи качают пресс. А, не, наверное, морж. Моржи, да, занимаются фитнесом. Еще в холодном климате живут овцебыки. Овцебык? Овцебык, да. И снежная коза, она белая и очень-очень мохнатая, чтобы ей было тоже тепло. А еще там живут, знаешь кто? Кто? Снежный барс, ибис. А еще на Северном полюсе... Олени! Да, живут северные олени. Большие, рогатые. И кушают они что? Лед? Вспоминай. А? Вспоминай, что едят олени. Мух? Мох, правильно. А, я сказала. А ты мух сказал? Да. О, пошли, олени, едящие мох. Олени едят мох. А знаете что? Я был в зоомагазине, я видел хамелеончика, и мы так делали, такой... Хамелеоны любят тепло. Но мы сейчас будем не о хамелеонах. Да, Платон? Мы сейчас о ком? О тех, кто живет в холодном климате, да? Холодный климат. И теперь что мы? Посмотрим. Как они все выглядят, и как они тренируются, и как они плавают на льдинках. Точно, мы сейчас посмотрим, как выглядят животные, птицы, животные, которые умудряются жить в таких экстремальных холодных условиях до минус 50 градусов, которые плавают в ледяной воде. В общем, мы на них сейчас посмотрим. Да, смотрите! А ты будешь смотреть? Я буду смотреть. Здорово, тогда будем смотреть все вместе. Да! Итак, вперед! Вперед! Платонович, вопрос у меня к тебе. Какой? Что еще бывает в местах с холодным климатом? Да, догадаюсь. Ночью это? Ну, видно ночью, да. И оно очень красиво сияет. Очень красиво сияет, волшебно. Это северное сияние? Да, правильно. В местах с очень холодным климатом бывает северное сияние. Такое волшебное явление природы, которое получается, когда солнечный ветер взаимодействует особым образом с частицами Земли, получается такое прекрасное явление, как северное сияние. И оно может что? Сиять зеленым, красивым цветом. Да? Мы видели северное сияние с Платоном, но Платоша был очень маленький, поэтому он, наверное, не помнит. Но я помню, я видела несколько раз северное сияние, когда мы были в таком месте очень холодном, с холодным климатом, где температура была минус 40 градусов. Я видела северное сияние такого очень красивого зеленого цвета. А я, кстати, недавно было северное сияние на Южном полюсе. Да ты что? Да. Откуда ты знаешь? Просто узнал. Понятно. Вот он, в общем, просто узнал. Ему приснилось. И покажем сейчас ребятам, да? Да. Как выглядит северное сияние. Мы уже посмотрели, открою вам небольшую тайну. А теперь покажем и вам, как выглядит северное сияние. Да! Смотрим! Смотрим. Какие такие отважные? Ну вот такие, вот, например, пингвин императорский. Я вижу, еще есть вид пингвин, императорский пингвин-акробаты. Понятно, у Платона все акробаты. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы нашли что-то для себя новое и интересное. Да ты что, Платон? Да я что? Да ладно, я подыграю, тебя подхвачу. Да, ребята, надеемся, вам понравилось это видео с такими, как Платон сказал, отважными животными, которые живут в таких условиях суровых и серьезных. И умудряются там жить, кушать, добывать себе еду, да, и выводить свое новое потомство. Такие животные там живут. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал и ставить колокольчик. Дзинь! Ребята, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Точно, нажимайте колокольчик и будете всегда уведомлены о наших новых видео. Да. А теперь... Всем пока-пока! Всем пока-пока! И все говорят пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. И все животные наши говорят на большой белой дине, говорят пока-пока. И даже морковка его говорит пока. Кстати, это Пушок. У Пушка разговорчивая морковка. Пока-пока.